Ну что? Это очень приятно. Все здорово. Никогда не сдавайся. А мне очень хочется, создавая бизнес, начинаешь рисковать вот с первого дня, как ты начал это делать. Нет, вообще не моя история, я это не люблю. Менеджеры в моем отделе могут работать в любых условиях. Нам нравится быть прецедентом того, что может быть по-другому. У нас цели – расти, и без Битрикса в том числе это было бы невозможно. А что такое Setters сейчас? Если упростить, это группа в группа Канкана, да. История одного бизнеса. Агентство Setters.